Наша повестка остается прежней. Отставка Никола Пашиняна, формирование временного правительства и после уже проведения досрочных выборов. Однозначно, что народ путем свободного волеизъявления решит, кто должен быть у власти. Об этом, как передает канал 13 со ссылкой на армянские СМИ, сегодня 6 марта заявил бывший глава СНБ, лидер оппозиционной партии «Отечество» Артур Ванитсян журналистам на очередном митинге «Движение спасения Родины» в поддержку Генштаба и за отставку Пашиняна. По его словам, последние шаги Пашиняна показывают, что он не в состоянии обеспечить проведение справедливых выборов. Если процесс выборов будет организован в период его премьерства, то результаты не будут пользоваться доверием большинства населения, уверен Ванитсян. По его мнению, премьер-министр Армении должен покинуть свой пост, что и произойдет в результате общественного давления. Генштабин Петоник Гаспарянина, որպես զորակցություն, որպես աջակցություն, որպեսի նաև վճռականության շարունակի պայքարել այս անօրինական իշխանության դեմ.